Я сегодня продолжаю вас знакомить с мировыми домами моды. Сегодня я хочу вам рассказать о бренде Escada. На самом деле Escada, оно не так сильно известно в широкой массе, но он является одним из любимых брендов королевских домов, герцогинь, принцесс, а также очень многих мировых известных артистов. В одежду от Escada можно и нужно вложить. Мы находимся в одном из самых лучших немецких брендов одежды Escada. Что касается ДНК этого бренда, мне очень это импонирует, мне это подходит, это стиль и утонченность, то, что носится при дворе, на светских приемах самого высокого уровня. И сейчас рядом со мной находится Гузель Муратбекова, это фэшн-стилист, дизайнер одежды. Вот ты как стилист, что бы ты рекомендовала приобрести в бутике Escada? Я бы порекомендовала присмотреться к бутику Escada, вообще бренду Escada, потому что это действительно хорошая прям такая база, в которую можно вложиться. Классное пальто в мужском стиле. Сейчас мужской стиль в тренде. И в целом аналогов таких аудиосистем на данном рынке сейчас нет. Наш бренд называется Bang & Olufsen. Это датская компания, которая была основана в 1925 году двумя братьями. На грани двух миров, то есть звука и дизайна, и была создана концепция этой компании. Ну и, конечно же, самая любимая покупка у любой женщины – это меха. Сегодня я также хочу вас познакомить с итальянским домом Дормани. Уже ранее говорила, здесь представлены лучшие меха Италии, такие как соболь, шиншилла, рысь, она идет под заказ, но также здесь очень классная услуга хранения ваших меховых изделий по сезону.